сердце радуется той встрече, которую нам Господь ныне даровал. Встреча – это, с одной стороны, обычно наши житейские, мы встречаемся, расстаемся, а с другой стороны, встреча в Священном Писании, в предании нашей Матери Церкви особо уделяется внимание и значение. Встреча праведного Авраама и царя Мефисидека, исполненная таинственным благословением Божиим. Встреча престепенного Авраама и Бога в образе Святой Троицы. Встреча Девы Марии и праведных Елисаветы, когда забирается в очреве младенец Илья. Встреча Марфы, Марии с нашим Господом. Встреча, которую мы скоро будем молитвенно переживать, события Сретения Господня. Встреча святых мощей благоверного князя Александра Невского, жителями Санкт-Петербурга. И та встреча, которую сегодня мы молитвенно переживаем, святого Иоанна Златоуста, когда его честные мощи были перенесены из Каман в Константинополь. Всякая встреча, она исполнена смыслом, исполнена заботой Божия о спасении людей. Люди, согрешившие перед святителем Иоанном Златоустом, осознали свою неправду, осознали свои грехи, и это осознание выразили в том делании, которое мы сегодня молитвы вспоминаем. С покаянием пришли и грамоту императорскую принесли к святым мощам святителя Иоанна, и он соблаговолил шествовать в свой город, Константинополь. И свидетельством того, что вот эти покаянные труды некогда его гонителей, а на самом деле его пастор, были приняты, было свидетельствовано в том, что святитель Иоанн мощей восстал и преподал мир своей пастве, мир своей церкви. Дорогой Владыка, сегодня с благодарностью Богу, исполняя благословение святейшего Иоанна, повеление нашего сердца, мы встречаем вашу святыню, встречаем Матушку Сергию, встречаем благословение преподобного Серафима Саровского, пришедшего на нашу землю. И наше сердце радуется. И в этом усматриваем продолжение вот этого священного свидетельства, священного писания, священного предания в этой нынешней, сегодняшней встрече. И в той встрече, которая благодатна для нас необъяснимым образом произошла здесь, на Уральской земле, в связи с открытием новой обители, нового пристанища преподобного Серафима Саровского. Дорогой Владыка, я хочу пожелать себе, всем здесь собравшимся, чтобы вот в этом удивительном действии промысла Божия быть соработником, содетелем, никоим образом не препятствовать совершению воли Божией, проводником и исполнителем которой сегодня на нашей земле вы являетесь. Дорогой Владыка, с благодарностью Богу взираю, слышу, имею возможность общаться перед престолом Божьим Божественной Литургии, и хочется спросить вам изобильной Божьей помощи, вам, Матушке Сергию, всем соработникам вашей Марии Церковной, чтобы Господь спасал душу и наших, и всех многочисленных пастырей, нижегородских и екатеринбургских.